в нашем постиндустриальном обществе в 21 веке мерится, кто может применить более жесткие санкции, я считаю, что абсолютно не актуально. Нужно решать все-таки более мирным дипломатическим путем. И что касается, пострадают ли от этого обычные средние граждане, конечно, пострадают. От этого пострадают все. И нужно понимать, чем это грозит. Да? Если каждая страна начнет сейчас вводить свои новые и новые санкции, тогда, извините, для чего было потрачено 20-летие, столетие для того, чтобы наладить этот рынок экспорта, импорта товаров и услуг, чтобы сейчас в один момент сделать запрет? Ну, потеряют на этом все. Естественно, будут... Если будет война, то плохо будет всем. И также будет плохо Европе.